Привет, зритель! Чего только не увидишь в сети, ставим лайк и поехали! Когда мы видим близнецов, иногда думаем, вот бы было прикольно, если бы они женились, вышли замуж, тоже за близнецов, и такое действительно бывает. В США две счастливые пары отгуляли зеркальную свадьбу. У вас не двоится в глазах, вы просто смотрите на братьев-близнецов, которые женились на сестрах-близнецах. Церемонию бракосочетания провели в городе Твинсбурге, где каждый год проводится фестиваль близнецов. Именно на этом фестивале Джош и Джереми познакомились с Британи и Брианной. Девушки были постоянными участницами фестиваля, парни же приехали туда в первый раз. Мы всегда знали, что обязательно найдутся мальчики-близнецы, которые однажды женятся на нас, рассказывает Бриана. 2 февраля, то есть 02.02, братья устроили своим возлюбленным настоящий романтический сюрприз. Все четверо участвовали в рекламе о близнецах. Во время работы над роликом Джош и Джереми презентовали Британи и Бриане свадебные кольца и попросили их руки. Двойную свадьбу решили провести там, где влюбленные увидели друг друга в первый раз на фестивале близнецов. Джош и Джереми говорят, что с предыдущими девушками у них не было настоящего понимания. После этого они решили, что женятся только на близняшках. Только такие же, как мы, девушки могут понять все нюансы жизни с близнецами. Наряды невест и женихов были идентичными. Замуж они выходили в окружении близнецов из всех уголков США. Пасторы на свадьбе двух пар тоже были близнецами. У обеих пар грандиозные планы. Молодые люди собираются жить под одной крышей и воспитывать детей вместе. Когда у нас будут дети, они станут формально считаться кузенами, но технически будут приходиться друг другу родными братьями и сестрами с общей генетикой. У них будут две мамы и два папы, которые будут жить все вместе, говорит Британи. Давайте порадуемся за молодых. Это огромное счастье, что они нашли друг друга. Как вы воспринимаете такие браки? Что думаете по поводу решения пар жить вместе? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Остроумно, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.